Наша-то задача в том, чтобы они не пришли второй раз. И вот за тот короткий промежуток времени, который они у нас проведут, мы стараемся им объяснить, для чего нужен презерватив и для чего нужны контрацептивные таблетки. Недостаток информации. Я сама только закончила школу, я прекрасно знаю, что нам никогда об этом не говорили и не рассказывали. Информации побольше. Ну, вот даже заходишь в аптеку, допустим, спрашиваешь какие-то средства, и пускай объясняют фармацевты ясным, нормальным языком. Барьерные методы контрацепции, которые за рубежом очень хорошо распространены и приняты населением, у нас пока тоже требуют серьезного внимания и доработки. И поэтому, судя вот по моим словам, мы должны производить определенные на сегодняшний день закупки за рубежом. По крайней мере, мы должны даже в школах за бесплатно отдавать эти контрацептивные. Мы этого сделать не можем, у нас их вообще нет. Я буду говорить, как обычно, а там вы